Друзья, всем привет! Это Матрешка с поварешкой. Спасибо, что вы с нами. Сегодня поделюсь с вами своим рецептом свеклы по-корейски. А вы, надеюсь, напишите в комментариях мне свой рецепт свеклы по-корейски, потому что все ее делают по-разному. Я беру 500-600 грамм сырой свеклы и натираю ее на терке для моркови по-корейски. Затем перекладываю все это в глубокую миску, добавляю чайную ложку соли, 2 столовые ложки сахарного песка, смесь молотого перца, у меня пол чайной ложки, почти 2 чайные ложки молотого кориандра, у меня свежемолотый кориандр, 2 столовые ложки уксуса, у меня яблочный, но можно взять и обычный, и 3-4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Затем 60 мл растительного масла разогреваю до такого характерного треска. И вот это горячее масло вливаю в свеклу. Теперь все это нужно хорошо перемешать. И лучше всего это делать руками. Аромат уже стоит потрясающий. И затем закрываю пленкой или крышкой и отправляю на несколько часов в холодильник. Лучше на ночь. Я обычно делаю с вечера и на ночь оставляю. У меня ночь простояла. Теперь все еще раз перемешать и все, готово к употреблению. Смотрите, насколько получается ярко, сочно, ароматно. Но самое главное, это вкусно и полезно. Друзья мои, я вам всем желаю приятного аппетита. И с нетерпением буду ждать ваши рецепты в комментариях. Всем здоровья и удачи. Пока-пока.